Далее краткий обзор событий от Гамзата Нурмагомедова. Многодетная семья из Махачкалы получит земельный участок и стартовый капитал. Семья Мустафаевых, супруги их 11 детишек, обратились к главе города с просьбой о предоставлении земельного участка для выращивания цветов. Муса Мусаев распорядился ускорить оформление документов и завершить их до конца текущего месяца, а также выделить из личного фонда стартовый капитал размером в 100 тысяч рублей для реализации проекта. В Махачкалу приехал международный цирк больших зверей братьев Гертнер. Своими выступлениями циркачи обрадуют дагестанцев до середины января следующего года. В шоу больших зверей братьев Гертнер принимают участие самые лучшие цирковые артисты мира из Германии, Италии, Ирландии, Польши и других стран. В Махачкале начались съемки дагестанской телеверсии интеллектуальной игры «Что, где, когда». Первая игра зимней серии появится на телеэкранах в текущем году. Лучшая команда сезона станет обладателем серебряной совы, а лучшего игрока сезона наградят бронзовой совой. Дагестанские атлеты показали лучший результат на чемпионате Южного и Северокавказского федерального округа по силовому троеборью, который проходил в городе Георгиевск Ставропольского края. Атлеты республики показали лучший результат во всех 8 представленных весовых категориях. Чемпионами стали 8 дагестанских спортсменов, двое из них заняли 3 места. В Дагестане задержали фальшивомонетчика. Поддельные рубли и доллары печатали в специально оборудованном цеху в Каспийске. Задержанный своей вины не отрицает. Полицейские пытаются найти его сообщников. На специальном принтере печатали купюры в 5000 рублей. В ходе обыска полицейские нашли в помещении миллионы фальшивых рублей, принтеры, специальную бумагу и заготовки.